Господу благодати и человеколюбием всегда ныне и присно и во веки веков. Святых славных и всехвальных апостолов, и живых святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Газотоустого, святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца, преподобного богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, всероссии чудотворца, святых благоверного князя Довмонта, святым крещения Тимофея, святителя московского митрополита Алексия, их же память ныне, святых и праведный Бог Отец, Экиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.